Возле АТС начали благоустраивать дорожку. Прежде всего у остановки интересно, будут потом в конечном итоге саму остановку менять. Так. Пройти, что ли? Пока вот в этом периоде меняют. Давайте посмотрим, насколько далеко они меняют. Судя по всему, пока пешеходную дорожку, которая в сторону церкви идет. Прилично. Наверное, на самом деле до церкви будет. Так, ну если мы идем здесь, заодно и посмотрим, какие новости по нашему этому гостиничному комплексу, когда его обещается запустить. Оставили цемент застывать. Так, где-то здесь было. Куда делся-то? Паспорт-то. Не вижу. Куда паспорт делся? А, вот он. Так. В октябре обещают закончить. Ну, посмотрим. Так, ну что, пройдем дальше. Щебень, щебень. Интересно. Нет, тут пешеходная дорожка. Тут, наверное, все-таки не велодорожка. У нас на лесном же там красным асфальтом застелили, заасфальтировали. Так. Теннисный корт. Люди играют. Так, есть упавшие. Упавших нету. Пошли дальше. Идем. О, еще один люк. Неогороженный. По идее, конечно, здесь никто не должен по ремонтируемой дорожке, но мало ли.
сперва, судя по всему, ставят бордюры вот эти на дорожку, укрепляют его цементом. Даже, возможно, сперва песок на плиты ставят. Интересно, плиты-то убрали или как? По крайней мере, здесь не видно. Такое ощущение, что все-таки убрали. Да, наверное, убрали. Песок. И цементируют бордюры, ставят. Вот мы почти дошли до школьной. Сейчас. Дальше там не будут остановиться или до церкви будут проводить или нет. Хотя возле до церкви там уже автомобильная дорога. Где-то на этом этапе бордюры закончили устанавливать. А вот и ограждение. Где ограждение, товарищи, ходить не нужно. Так. Там вроде ничего не ломают, а здесь тоже вроде бы все. Кстати, вот дорожка, ну хотя она как антиполицейский лежачий будет. Ну так что вот так. Всем приятного просмотра, спасибо за внимание.